Ребята, всем привет! С вами я. Мы сегодня скачаем каких-нибудь котов. Тут много разных котов. Я не знаю, кого скачать. Вот этого может такое-то, что это такое. Ничего себе. Так, ладно. Это что-то такое. Котик такой. Есть разные коты. Есть. Я вот думаю, можно скачать вот эту игру. Давайте ее скачаем. Вот что такое за игра. А, я знаю такую игру. Котика раскрасили, кажется. Прикольно. А это что? Тут тоже понятно уже, что это такое. Вот у нас тут это что? Ух ты. Что вообще за странное очень. Что дальше? Тут какая-то парикмахер киса. Сосиска. Так, что тут еще у нас есть? Ой, боже мой, какой пушистик хороший. Игра коты головоломка для детей и взрослых. Ой. Знаете, через стену есть интересно такое приложение, где видят через стену? Мне это интересно, на самом деле. Оно качается, уже скачалось? Да, скачалось. Открываем. Сейчас будем играть. Ой. Ой, типа, я испугалась этого звука. Так, нужно потише сделать. Так, что диском. Красавица. О, ну конечно, знаете, я вот это превратилась. Реклама. Теперь нужно кису помыть, кажется. Угу, моем. Волосы я помыли. Тебе можно. Странно очень, да? Послушай. Ничего себе, красиво. Покрасим каким цветом же покрасим. Давайте. О. И давайте. Вот так вот. Дальше. Можно дальше идти. Только же еще думала, знаете, как тут немножко подкрасить. Так. Текст. Нажимаем дальше. Писанчик сломан. Ну и дальше начинаем. Следующий у нас кто идет? Ну, ты такая красавица. Следующий у нас идет. Сосиса. Сосисочка моя, сосиска. Вот помылась полностью. Отмыли пенку сам. Послушай. Ой, какая она красивая. Какая красавица. Такая.
кому-то очень нравится вот так вот, да? Так, ой, реклама, блин. Так, сейчас ставим кису. Блин, духами пошли. Волосы. Духи, наверное. Да, духи, наверное. Давайте берем вот это. Или вот это вот. Или вот это вот. Так, давайте возьмем вот это. Ну и не будем. Ну, красивая, в принципе. Нет. Вот такая будет, блин. Ногти теперь ей подстрижу. Ребятки, стригаем ногти кисы. Красим все-все-все в желтый цвет. Дальше нарисуем таких вот этих. Ребята, я не пойму. Ничего не пойму. Так что, удалить черновик. Да, удалить окно. Что я делала? Ребят, что я делала? Ладно, ребята, всем пока-пока. Всем пока-пока-пока.